Привет, дорогой друг! Я проведу лекцию про лекарственные растения. Сегодня ознакомимся с растением лопух, рябейник, лопух. Общее описание лопух. Рябейник, актин, растение семейства сложноцветных, астровых, корень толстый, веретенообразный, ветвистый, вырастает в глубину на 15 метров, стебель мощный, образуется на втором году жизни. Высота плода, листки крупные, на первом году только прикорневые, цветки мелкие, лилово-пурпурные, собраны в корзинки, плод маленькие, семянки, созревает в конце лета. Целебное действие лопуха доказано в ходе многочисленных исследований. Лекарственное применение этого растения популярно благодаря его мочегонным, желчегонным, патогонным и умеренно болеутоляющим свойствам. Помимо этого, лопух может избавить от аллергических проявлений зуда, улучшить состояние кожи. Он обладает легким слабительным эффектом, антимикробными и антисептическими действиями, обладает противодиабетическим эффектом и используется в качестве профилактики камней в почках и отложения солей в суставах. Растение широко применяется в дерматологии, информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является руководством для самолечения. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией, утвержденной производителем.